Добрый день дачникам, садоводам и всем тем, кто любит декор в саду. Сейчас я расскажу, как простым доступным методом сделать, украсить забор, особенно когда забор является частью стены здания соседа. Так бывает, что достаются нам от соседей вот такие пространства заборные, ну, в притирку. Я понимаю, что если по-грамотному, то так не положено строить, но у нас отношения с соседями чудесные. Особо мы не припираемся. Ну, поставил, мне не мешает его баня. Но по факту есть стена, да, можно разукрасить. Можно по-разному украсить вообще это пространство, особенно если сосед не против. Декор подобной стены, ну, это вопрос. То есть пространство большое, просто смотреть на голый кирпич не хочется, хотя как бы он у них нормально выглядел, но кирпич есть кирпич, да? Соответственно, я взял на Пинтересте вот такое решение. То есть декорная такая стилистика из жизни, деревенско-дачный. И планирую в дальнейшем вот эту всю стену закрыть в подобном формате. То есть задумок много, площадь для реализации огромнейшая. Вот. То есть, пожалуйста, создавай скульптурную композицию из дерева, старых досок, которых всегда навалом, где-то что-то осталось, где-то лежит, обычно уходит в мангал, но в данном случае можно украшать стену. Это прям реально старая доска, и лет, наверное, 20 не меньше была, вот оставалась от обшивки. В результате получилась вот такая киска и вот такой песик. А я прощаюсь на этом с вами, поздравляю с Новым годом и благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, буду радовать вас новыми декорными решениями.